А вот в моих эротических фантазиях меня жестко и бессовестно унижают мои же коллеги. Почему ты пришла в школу в таком виде? Это что, протест против церкви? Что я сделал не так? Чем я тебя оскорбил? Хорошо, это был мой косяк. Ну сколько можно меня уже попрекать-то этим, а? Хватит уже, все! Закрыли тему! Прости, не хотел мешать. Слушай, круто, да? Тебе не кажется, что мы немного спешим? Мы еще не знаем друг друга. Не отворачивайся! Че ты? Давай, потрогай! Да давай по-взрослому, да сядь ты! Смотри, давай руки! Мы можем наконец поговорить как взрослые люди, но хватит уже играть! Прекрати этот дурацкий спектакль! Мы не в театре!